Всем привет, друзья, с вами Realize, и сегодня мы поговорим про свободную систему лута. Воинам необходимо 30 секунд, чтобы начать новую битву. Сундук с сокровищами появляется на месте, где стоит король Балфиенд. Члены группы договариваются и решают, какой именно игрок будет открывать данный сундук. Для открытия этого сундука вам понадобится 30 секунд. Остальные члены группы должны защищать этого воина, пока он не откроет сундук. У нас плохие новости. Появилась еще одна группа, которая знает о сундуке с сокровищами, и они попытаются забрать его для себя. Теперь начинается битва не на жизнь, а на смерть за право владения этим сундуком. У сундука с сокровищами появился новый владелец. Однако, битва, похоже, еще не закончилась. Она протянулась гораздо больше, чем было запланировано. Это 30 секунд, где 4 воина должны защищать сундук с сокровищами.